Друзья, я вас всех приветствую, это канал про Gamer Television, с вами по-прежнему Revenant, и мы с вами продолжаем проходить в ад Lunar Catastrophe, на сборке проект Brutality. И у нас с вами какой? Третий уровень второго эпизода, под таким незамысловатым названием Fuel Station. Все просто и понятно. Так, ладно, допустим. 157,5. Я, пожалуй, даже сразу сейв сделаю. Блять, не то. Е2, М3, вот. Вот так правильно. Патроны не то чтобы дохера, но есть. О, блять, как ты. Ёбана! Нихуя себе! Вот это ты умник! Да вы тут, блять, все нахуй умники такие. Удалые. Ёп, вашу мать. Так, ладно. Чё, сука, поп... Не попадайте, не пизды. Уроды, блядь. А я-то попаду, вот. Нихуя там запаркиваю. Ой, блядь. Откуда ты... Ну, иди сюда уже. Так. Где тут хуй с тактическим счетом, блядь? Счете. Да ёб твою, ты, блядь, откуда взялся? Клоун. Мудак, блядь. Его только на перезарядке ловить. Либо давать пинка в упор. Чтобы он щит отодвинул. Нам. Так, красная дверь, замечательно. Потихонечку двигаем. Ух ты, ёб твою мать. Нихуя себе потихонечку. Бляха-муха. Чё ты тут топчешься, блядь? Топ. Опа, вот и ключ. Это было довольно просто. Что меня слегка настораживает, конечно. Ух, ёб твою мать. Ой, блядь. Погоди. Апеллиса чел не очень хочет, блядь. А хотя не. Работает. Парочку слева, правда, пропустил, но не беда. Невелика потеря. Главное, что они были не очень болезненные. Так, там, бля, кто-то топчется. Прям топ. Перебирай своими маленькими имповскими лапками. О, заебись. А можно сюда как-то? Нет, хуй. Ладно, я понял. А, там телепорт, все. Все, базара нет. Так, дверь. Нам нужна дверь. Охуй, сохраняем. Здоровье, брони не жалко. Блять, что за... Да ты... Сюда. Ебашим от бедра. Мое любимое занятие. Блять. А может костюмчик какой есть тут? Какой-нибудь... Я бы не отказался, если честно. Ну хоть где-нибудь, ну пожалуйста. Не хочу голышом идти. Ладно, оставим это на потом. Тут еще куда-то можно было пойти, по-моему, да. Ух, ёб твою! Ах, суки, хитрожопая! Наебать меня решили. Не. Хуй там плавал. Что я делал? Ух, блядь! Ой.
Блять, что тут происходит, а? Ёбаный в рот. Ёбаный ты в рот. Хуя ты ебанутый. Да вы тут все... Блять, нихуя себе, это секрет. Я слегка пересрал от такого секрета. Ну нахуй такие секреты. Блять, да вас тут дохуя топчется такой. Ёбаный в рот. Вас там прям нормально так. Блять, ёбаные щитоносы, как вы меня раздражаете-то, а? Сволоты. Такие, блять. Так, один хуй костюма я не нашел. Ой, это очень плохо. Без костюма это не... это уже не то удовольствие. А я прямо жопу чувствую, что это кислота. Блять, ну конечно ж, сука! Но тут есть вот такой подарок. Запоздало чуть-чуть, но да ладно. А хули вообще тут делаю? Зачем я здесь? Нихуя не понял. А, и ради чего это все? Так, не, ну так не пойдет. Я просто наверну там кругаля ради, блять, трех импов и неуязвимости. Нехуй делать. Я так не играю. Блин, ну, должна еще куда-то дорога. О! Синий, нихуя себе. А когда это открылось? Походу недавно. Топчется, топчется. На нахуй! Бля, собака аж потерялась. То спереди, то сзади его накидывай, блядь. Не знаю, за кем бежать, блядь. Охуел? Алло? Ой, блядь. Это что еще такое? Понял. Принял. Здрасте. А я сейчас еще так ебану, блядь. Да задохни ты уже. Кикимора. Что-то там хрюкаешь, блядь. Закрой рот. И ты закрой. Прям в ухо. Не знаю, чьим там. Ну да, походу ухо стрелил. Ой. Блять, какая прелесть. Но мне это сейчас пригодится на самом деле. А это мне явно не пригодится. Ну да, костюмчик мне... Это полезный будет, да. Базар ноль. Так, ладно, проверим, что тут наверху. Ёб твою мать! Только не говорите, что это тоже... Блять, это тоже секрет. Охуеть. Я думал, что это кнопка. Она прям позиционировала себя, как обычная кнопка. Какие нахуй секреты? Вы что, блять? Ой. Злобные хомяки летающие. Так, это что такое? Блять, такие странные, конечно, немножко за уровня, если честно. Слегонца. Очень нелинейной конструкции, скажем так. Ух ты ж, блять. Ёб вашу мать. Так, ну с вами по старинке, пацаны. Нехуй там бегать. Всех порубим в салат, блять. Это честно, я нихуя не видел. Но это сработало. А, ты тут еще есть, нихуя себе, иди-ка сюда. Давай. Вот, молодец. А вот и ракетница. Но мне что-то как-то не очень уютно.
Ой, блядь, ёбаный. Заебись, я все понял. Пошли нахуй, блядь, пели черноглазые. Суки, блядь, такие. Блядь, все мало. Блядь, много потратил, я недоволен. Так, нахуй этот телепорт нужен? Может, он приведет меня туда, куда я думаю? Нихуя. Ну, ой, блядь. О! Красненький броник. Это приятненько. Ебать, тут нихуя. Вот нахуя мне нужно было походу Night Vision. Да в принципе нет. Это просто такой слегансо темненький коридорчик был. Ладно, понял. Так, а костюмы все еще актуальны, кстати говоря. И не только костюмы. Так, кстати, я там еще плазму находил, да? Да, блять, я еще и такую плазму нашел. Но она, конечно, покруче обыкновенной, стандартной, в любом случае. Хочешь жрет больше. Чего, блять? Че за... Ух, ёбана. Ну, нате нахуй, ловите. Нихуя себе вас там... накопилось. А можно мне обратно? Вы мне, блядь, так любезно опустили эту хуйню, и я тебя туда хочу, а я и не могу. Блять. Ну ладно. Придется идти в обход. Да лови ты нахуй, заебал там пил. Придурок. Ну, пускай будет так. Ой, блядь. Так, я понял, нахуя тут нужны костюмы. Вот прям тебя я возьму. Так, ты рот держи закрытым, пожалуйста. Так. Так. Тишина на уроке. Ой, блять. Нихуя себе. И где ты? Понял. Так даже лучше. Отсюда выкуривать не надо тебе. Ай, блять. Что это такое было? Походу, некачественно сделанный костюм. Да. Пропускает. Не могу. Тоже не могу. А тут у меня плохое предчувствие. А нет, ничего, ладно. Ложная тревога. Это не открывается, не поддается. Этот, блядь, еще вообще желтая дверь. Ёбнуться можно. Секундочку. Блядь. Костюм кончился, сука. Так, ладно, за другим сбегаю. Тут недалеко. Так, на заметку, мне всего два. Один сюда, а другой туда, где неуязвимость. Нихуя. О-о-о, тихо. Бывает такая штука, то что дэш подвисает. Ой, блядь. Вон оно как. Так, это я брать не буду. Хотя нет, придется брать. Обратно сюда точно не полезу. Ворота наебись. А заодно пробежимся тогда и сразу сюда. Хули нет-то. Блять, не сюда. Стой. Не в эту сторону. Блять, вообще в красную дверь надо, придурок я беспамятный.
Быстрее, блядь! Все, заебись. Миссия. Mission completed. Ух ты. Отсюда, походу, кто-то вылез. А, ну да, вся вот этот приблуда. Так, вы, пидоры, там так и топчетесь. Ну, топчитесь, топчитесь. Не буду вам мешать. Мне вот одна хуйня непонятна. А знаете, какая? Что, блядь, делать дальше? Вот как вот эта вот хуйня открывается? Непонятно. Может, тут кнопка какая-то? Или типа того. Так, мне кто-то в телегу пишет. Но мы потом это прочтем. Блять. Дела. Я в небольшом замешательстве. Куда мне идти-то? Так, ну тут была дверь. Но она не открывалась. Вот это. Какого хера она не открывается? Непонятно. Ни кнопок, вообще нихуя нету тут. Пинком тоже не открывается. И не факт, что это вообще дверь. Так, ну мы проверим тогда как-нибудь. Опа. Я уж думал... Ну, на дурака решил взять. Стоп! Блять, я вижу. Охуеть. Кнопка под носом. Да, Паш, да что ж ты делаешь-то? Чё, блядь, дубгай, сука, так руки чешутся, что ли? Ёб твою мать, тут еще и кислота, нихуя себе. Базар ноль. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Тихо, пацаны. Тихо. Так, это декорации. Декорации мы не тро... Гаем. Блять, это что еще такое? О, заебись, минус один. Минус два. Так, я нашел. А, как... Из этого ада выйти. Блять, тут еще и синий ключ есть. Охуеть. О, две ружбайки. Спасибо, игра. Ой. Костюм, хули ты пропускаешь, сука? Где тебя собирали, блять? Точнее, где это самое тебя шили? Китайский, походу. Так, нам сюда. Как интересно. Не понял. Блять, что произошло? Ну вот вы, сука, где топтались-то все время. Так, ну-ка, погоди. Стой, блядь. Я что-то растерялся чуть-чуть немножко, извините. Вот они, суки, топчутся. Все, блядь, все, я с вами. Все с вами понятно. Ёбаный в рот, понятно. Тихо. Перезаряжай, сука. Спасибо. Свежая баранина. Прям целую ножку аж подогнали. Блять, вот и ключ. Ну я чую подвох. Блять, ну конечно. У вас теперь тут дохуя, наверное, сейчас будет. Да в принципе нет. В принципе, все терпимо. Да упади ты уже. Он там стоит, кровищий. Хлещет из того места, где была голова. Так, телепорт раз, телепорт
два. Блять, как попасть туда, за решетку-то все-таки? Блять, где она? Ну вы поняли, короче. Наверное, может где-то зарыло-то дверью? Давайте смотреть. Будем надеяться, что ты где-то здесь. Это что еще за хрень? Так, чует мою жопу, что это телепорт. Да, это телепорт. А куда? Блять, вообще в какие-то ебеня непонятные, несусветные. Что это такое? Что? Что это за место? Что я тут делаю, блять? Да заткнись ты! Так. А, ребята тут заняты. Сейчас вы его отгрызете, короче, давайте. Все, захорчили, пацана. Заебись. Молодцы, блядь. Возьмите печеньку. Так, херушки. Так, эта кнопка что-то делает. Так, это еще один телепорт. Понял, принял. А куда? Блядь. Ёб твою. Уйди нахер. Да что ты, блядь, упертые-то все какие, сука. И чё, всё, да? Типа. Ёб твою мать. Нихуя себе. Сюрпризы, блядь. Так, и всё-таки теперь. Так, технически, как бы, всё, но. Я хочу взять вот эту хуйню. Как тебя взять? Телепорт справа внизу, как мы уже проверили, нихера не работает. Ну, работает, но ведет не туда, куда надо. Должен быть где-то еще какой-то телепорт. Хитро выебанно спрятанный. Нихуя себе. А вот, блядь, и телепорт. Ебать я башка. Башка. Я просто смотрю на этот кусок карты, смотрю, какая-то продолговатая елдовина непонятная, куда-то ведущая. А тут стена. И как-то это все подозрительно показалось. Так, стоп, не сюда. Вот. Ну что ж, друзья. С вами был Равен на канале ProGamer Television. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, не нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропустить. Комментарии лепите под видео, вопросы задавайте, кому что интересно. И всего вам доброго, как обычно. Пока.